الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С вами опять я, Ум Малик. Если смотрите это видео, поддержите проект, начало своими лайками, да, или комментариями, вопросами, если есть, да, если вы смотрите и учитесь по этим видео. Следующая буква, которую мы сегодня с вами будем изучать, это буква Сад. Эта буква относится к твердым или сверхтвердым буквам, которые, соответственно, такие сифаты, которые способствуют этому. Мы уже с вами изучали ранее буква Син. Это мягкая буква. А Сад, у нее есть дополнительные такие сифаты, стиаля и дбак, которые делают ее тверже, да, или на твердая буква. Пишется она с таким же хвостиком, как и син, но начало этой буквы отличается. И, как я вам уже говорила, что наличие такого хвостика делает эту букву одинаковой вот в этой задней части в написании. Буква пишется, как мы видим, частично на строчке, частично под строчкой. И какие важные моменты, что вот эта часть, она должна лежать на строчке. Да? То есть вот здесь оно на зеленом не очень видно. Да? То есть вот так пишется. Возьму другой цвет. То есть у нас как бы вот да, на строчке. И потом этот хвост. Когда у нас, например, начало слова, тогда она свой хвост ложит на строчку. Если у нас будет в середине, да, то здесь ну, разные написания. Такой самый короткий вам облегчу вот так, чтобы написать. Да. Или отрывается, да. Как он может отрываться таким образом. Важно, чтобы эта часть вот ложилась на строчку, да, то есть вот так вот написать, ну, если эта строчка неверно, да, то есть она должна как бы вот опуститься. Согласовками это буква со, сы, су, со, сы, су. Да, твердое. То есть мы говорим са, со, со. Твердое, да? Сум, сыф, фас, соров, собер. Внимательно, чтобы наличие этой буквы не влияло на последующий или предыдущий, да, вот эта твердость. То есть это такая частая ошибка. Например, собор, бо. Да, бо – это буква твердая, в арабском языке она мягкая. Б. Да, сабе. Сабер. Бесор. То же самое. Не босо, босо, а б. Бесор. Особ. Несоро. Несоро. Янсуру. Истебесоро. Естебесиру. Буква сад на сукуне, вот у нас в этом примере, да, как и син, как, например, другие буквы есть, читается немножко протяжно. Бес, бес, фес, нес и так далее, да, то есть мы сад протягиваем, у нее есть такой еще сифат, как и у син было, софир, да, такой свист, как бы, бес, да, слышим, вот должно это прослеживаться. Прописывайте обязательно ее, читайте, ищите, если у вас есть вопросы, опять же, задавайте под видео, иншалла, на них отвечу. Баракаллаху фикум, субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.